представьте эту перестановку в виде композиции двух перестановок, каждая из которых состоит только из транспозиции. Она была много-много лет назад, она в Нижегородском. Представьте себе, что в некоторой замечательной стране запрещено делать цикл обмены квартир. То есть, представьте себе, что у меня первый человек хочет жить в пятом, тот, кто в пятом хочет жить в одиннадцатом, тот далее и так далее, тот, кто в шестом хочет жить в первом. Казалось бы, они могли так договориться, все выйти из своих домов, перейти, вот так за один раз получить. Но нет. Разрешено меняться только между собой. То есть, двое каких-то могут взять поменяться, одновременно еще какие-то двое могут поменяться. Еще двое каких-то. Но нельзя, чтобы один человек вот так вот прошелся по цифре. Государство готово регистрировать только такого типа обмена. Когда кто-то с кем, кто-то с кем, кто-то с кем. Таких обменов может быть несколько. Но важно, чтобы любой человек участвовал только за один день, только в одном из них. Задача. За два дня сумейте сделать такой обмен. Для начала, наверное, стоит взять перестановку по какому страшному. Давайте возьмем что-нибудь более понятное. Например, пусть у нас есть, сколько хотите, давайте три человека. Первый хочет жить там, где второй. Второй хочет жить, где третий, а третий, где первый. И давайте еще, когда 4 человека и когда 5 человек. Я думаю, если вы решите эти задачи, то тогда и общее достаточно быстро решить. Итак, задача о обмене. Математики говорят, представить любую перестановку в виде произведения двух перестановок, каждая из которых разлагается на независимой транспозиции. Ну, где три человека надо сначала, чтобы первый со вторым поменялся, а дальше второй с третьим. Первый меняется со вторым. Слушайте, а тогда в результате первый идет на третье место, а надо на второе. Нет. Первый поменяется со вторым, то есть первый будет жить во втором доме, а второй будет первым. Первый меняется со вторым. Хорошо, первый поменялся со вторым. После этого что будет делать? Это первый. Мы же договорились, что умножение делаем справа налево. Что будет во второй день? Второй поменяется с третьим. Первый перешел на место второго, а потом перешел на место третьего. Забрали. Второй на место третьего. Квартиру, то уже больше ничего с этой второй квартиры делать не надо, ребята. Первый с третьим меняется. Итак, второго уже не трогаем. А вот первый. Дело в том, что здесь мы пишем номера квартир. Понимаете? Вот. Итак, первый пошел во вторую квартиру. И все, замечательно. Теперь мы смотрим, что происходит. Второй сначала оказался в квартире, но ему туда не надо. И мы его пересылаем в третий. А третий сначала ничего не сидел, сидел дома, а здесь он перешел в первый. Так, все, так получилось. Так получилось. Отлично. Теперь будьте добры здесь. То же самое. Первый день, второй день. Рисуйте картинку. Преобразование порядка 2. Преобразование порядка 2, да. Как его называют? Коля это слово слышал много раз. Оно естественно. Он его много раз учил, но каждый раз. Два раза что-то сделать, и должно вернуться на место. Как это называется? Да, за поворотности 80 градусов. Не обязательно. Бывает симметрия относительно плоскости. Бывает такая операция, типа поменять местами, потом вернуть на место. Если вы, он слышит это слово не только от меня, а еще от кого-нибудь, но он же у меня восьмиклассник всего лишь. 5-8 класса этого учебника, этого слова, конечно, нет.
Поэтому он это слово слышит только от меня и подозревает, а вдруг папа что-нибудь не то говорит. К сожалению, нет. Что? К сожалению, говорит то. Он говорит то? А что с слово такое? Первый со вторым, третий, четвертый поменялись. Дальше. А потом тот, кто стал в первом доме, тоже не поменялся. Тот, кто стал. У меня есть реальные 4 квартиры. Я исполнять приказ. Приказ такой. Тот, кто живет в первой квартире, пошел во вторую. Тот, кто во второй пошел, это понятно. Третий, четвертый тоже поменяйте квартиру, это понятно. Теперь у вас пошел приказ во второй день, что делать? Вторую квартиру, если вы тронете, то уже все поломается, потому что первый уже там, где надо. Что первый, что? Вы хотите из первой квартиры перевести в четвертую? Да, у вас что? Первый, 1, 4, 4, 2, 3, 4. В первый день кто должен меняться? Первый и четвертый. Еще? Да. В первый день по вашей науке меняются первый и четвертый. А во второй день по вашей науке? Четвертый и второй. Кто? Четвертый и второй. Второй и четвертый. Ну давайте смотрим. Первый человек перешел в четвертый, потом во второй. Отлично. Второй человек в первый день никуда не перешел. Здесь перешел в четвертый. Первый с четвертым. В этот же день второй с третьим. В этот же день второй с третьим. А во второй день первый с третьим. А во второй день первый с третьим. Ну давайте проверим. Первый пошел в четвертую квартиру. Так там и остался, а должен был пойти во второй. У вас не первый. Да, прошу. Первый день, первый и второй меняются. Первый и второй. И вот что такое? И третий, и четвертый. И третий, и четвертый. Да, так можно. Второй день, первый и четвертый. Во второй день, первый и четвертый. Ну хорошо. Первый пошел во вторую квартиру, так там и остался. Очень хорошо. Второй пошел в первую, а потом в четвертую. А должен быть второй. Можно? Не получилось, пожалуйста. 3-4. Это в первый день. В первый день 3-4 и 2-1. Так, 1-2, 3-4. А нет, день... а во втором день 2-4. А во второй день 2-4. Ну давайте. Один пошел в 2, а потом в 4, а должен был в 2. Правильно. Есть такая русская пословица: в трех соснах заблудиться. Вот мы в трех соснах не заблудились. В трех уже заблудились. 1-2, и ты 1. Не бывает 3-1. Если 1-2, то уже нельзя менять местами первую квартиру, да? Сначала меняется первый, второй, и третий, четвертый, первый. Поменяли. А во второй день первый и третий. 1-2. И все, получилось. Теперь дальше 2. Сначала в 1, потом 3-4. Получилось. 4-3 в 1. Ура! Это не единственное решение, но это решение. Один, первый день 1-2, и 3-5. Первый день что? 1-2 и 3-5. И 3-5. 1-3 и 3-5. И 4-5. Отлично, проверяйте. Один перешел в 2, 2 перешло в 1, потом в 3. Замечательно. 3 перешло в 5, а потом в 4. Отлично. 4 перешло в 5. Молодец. 5 перешло в 3, потом они все совпало. Во-первых, действительно, молодец. А во-вторых, глядя, вы еще до конца ничего не понимаете. Поем! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Понадобится 3 за 1 день. Инволюция. Что? Инволюция. Инволюция. 2 раза сделаешь, это то же самое, что чуть-чуть. Ин – это слово identity.